понравилось. Очень много народу. Конечно, понравилось. А тебе что, не понравилось? Очень приятная атмосфера. Тут хорошие люди сюда пришли. И вообще классно очень все организовали. Все так классно, прикольно, необычно. Спасибо большое вам, то, что позвали нас сюда. Погода замечательная. Едем, Эльда, пожалуйста. А в какую зону, кроме нашей, хотели бы еще зайти? А, на Матч ТВ, но мы туда и зашли. Поэтому, блин, в принципе, топ-2 локации здесь. Ну, концерт я не знаю, вот кого выбрать, наверное. Алена, ты хочешь на концерт пойти кого-то послушать? Нет, если честно, я устала. Знаете, какие сегодня бега были? Ведь я скажу, чтобы такие больше не давали. Что думаете про международный кубок РЖД и как готовитесь к турниру? Короче, очень классно, что Оперы такое организовывают сейчас. Классно, что приедут такие команды, ну, как бы они лидеры в своих чемпионатах, поэтому, я думаю, будут очень интересные игры, и болельщиков приглашаем, приобретайте билеты, приходите поддержать нас. Такие матчи, они, естественно, нужны, тем более в такое время. Поэтому, правда, приходите к нам, поддержать нас, нам нужна ваша поддержка, мы будем очень стараться, чтобы всех обыграть, занять первое место. Приходите смотреть на нас, красивых девочек. Следующего КФС проведем в Черкизово. Хорошая, да, будет идея. Классно. Нам далеко ехать не надо. Да. Я думаю, все впереди. Ребят, как давно болеете за «Локомотив»? Ну, я с 2001 года, а вот моя жена... 2017-го, да. Я ее приобщил к футболу. Я слежу за «Локомотивом», являюсь активной болельщицей «Локомотива». И более того, пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас есть женская команда болельщиц «Локомотива». Поэтому, да, мы очень любим нашу команду. Из иностранных, ну, наблюдала за «Атлетико Мадрид» очень долго. Как вам наша зона на всех парах и ВК-фест в целом? Мы на ВК-фесте первый раз, и когда узнали, что «Локомотив» здесь будет тоже представлен, решили, что нам обязательно нужно сюда прийти. Очень удобно и реально поднимает настроение. Очень классно. Я, можно сказать, только ради нее сюда и пришла. И очень нравится, что использованы фотографии, которые с нашего родного юга. Зона прикольная, интересный замут с футболками кастомными. То есть вот решили отстоять очередь даже под солнцем, и нам не помешало, не остановило нас. С девчонками женской команды удалось пообщаться? Сейчас не удалось, а так следим за ними. Были вот недавно матчи «Зенит», «Локомотив», ну, ЖФК, получается, активно болеем, были на суперкубке. Про международный турнир для девочек слышали? Для ЖФК? В Казахстане. Нет, не в Казахстане, здесь, на РЖД-арене. Да, вчера вышла новость, да, видели новость. Если бы не матч в будний день, обязательно бы пришли, но, возможно, зайдем на финальные матчи. Да, конечно, и мы обязательно там будем, будем поддерживать наших девчонок и участвовать во всех активностях обязательно. Вперед, Локо!